Добрый день, с вами канал Малорама. Анонс 7 серии сериала «Сапфир». Яман, узнав от Бадай, что для брака Атеша Фирае есть еще одна причина, отправляется за Фирае. Тем временем Атеш, узнав о том, что Фирае взяла деньги у его матери и уехала, пытается найти ее, чтобы встать лицом к лицу с Фирае. Атеш в шоке от манипуляции матери и как она безжалостно относится ко всем. Яман первый настигает Фирае и хочет узнать причину, почему Фирае хочет выйти замуж за его брата Атеша. Что Фирае скажет Яману? Тем временем Фирае возвращается и все идет к их свадьбе с Атешем. Но у Атеша есть своя тайна. Он бросил девушку по имени Мелис, на которой хотел жениться раньше. Гильфем намерена ей сообщить, что скоро у Атеша будет свадьба. С другой стороны, Сарп, который следит за Оканом, узнает большую тайну во время разговора Джамиле и Окана. Для Бары появится шанс на выздоровление при лечении за границей. В связи с этими событиями напряжение на этом фронте возрастает. Но когда уже наступает день бракосочетания Фирае и Атеша, Фирае сообщает шокирующую новость, что Яман попал в аварию, и его состояние критическое. Неужели свадьба будет отменена и выживет ли Яман? Узнаем в 7 серии сериала «Сапфир», которая выйдет 16 октября в 20:00 на телеканале АТВ. На этом на все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!